Валентина Олешко, председатель правления ЗАО «Внешпромресурсы», прошла путь от инженера-технолога, конструктора и экономиста до бухгалтера-аудитора. В 2001 году возглавила фирму «Сателлитный сервис». В нынешней должности с 2006 года руководила введением в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных комплексов. Последнего в 2009 году. Сочетает в себе обаяние, острый ум и творческое начало. Алла Бадерная, хозяйка парикмахерского салона «Стриж» и кафе «Боцман». С 2002 года организовала собственный семейный бизнес. Вдумчивый, требовательный к себе и другим руководитель. И просто очаровательная женщина, умеющая создавать вокруг себя неповторимую атмосферу праздника. В 2009 году открыла банкетный зал на 70 мест. Мечтает о появлении в Краматорске молодежной дискотеки европейского уровня. Анна Макаркина, заведующая кафедрой интеллектуальных систем принятия решений ДГМА, доцент, автор 200 научных и учебно-методических публикаций, победитель конкурса «Женщина Донбасса 2010» в номинации «Женщина-ученый года». В этом году защитила докторскую диссертацию по экономико-математическому моделированию, став самым молодым доктором наук по этому направлению в Донецкой области.